Опять провальный месяц для коллективных инвестиций. Текут они из фондов так, что в глазах слезится. Чистый отток отметим, им солнце все не светит, инвесторы выводят блестящие монеты. Потери несут фонды, что в акции вложились, слабеют котировки. Прогнозы их не сбылись, финансовые центры ведут себя неясно. Волнуется инвестор и хочет жить прекрасно, и напряженность с евро, и цены нефтяные, и пенсия усохнет, уменьшится отныне. Намеки понимают, как старт куда-то бега, и вот уж в депозиты несется их телега. Финансовые центры ведут себя неясно, и деньги исчезают. Ты с ними спал напрасно. Опять провальный месяц для коллективных инвестиций. Текут они из фондов так, что в глазах слезится. Опять провальный месяц.